на конкурс. Дети читают стихи. Читай, Чумилин Даниил, 13 лет. Автор Петр Давыдов. России не нужна война. Промчится непростое время. России снова сильной быть, чтобы в нее не только верить, но и гордиться и любить. Есть в мире истина одна. России не нужна война. В тяжелых, побывав в сражениях, храня их в памяти своей, Россия хочет уважения, чтоб этот мир считался с ней. И пусть развязка не видна, война России не нужна. Мы победили всех когда-то, и поражений в прошлом нет, но отмечая наши даты, мы новых не хотим побед. Такой большой была цена. России не нужна война. Пройдя сквозь годы непогоды, Россия стала лишь сильней. Как прежде разные народы надежды связывают с ней. О прошлом помнит вся страна. Война России не нужна. Опять налево и направо готовы это повторять. Россия – мирная держава, но своего не даст забрать. А истина всего одна – России не нужна война.